Романтическая миниатюра. И на секундочку мы с вами вернемся назад, но уже не в эпоху барокко, а в эпоху рококо, ярчайшим представителем которой был композитор, а по совместительству итальянский виолончелист, виртуоз, легендарный Луиджи Боккерини. Буквально со всех рингтонов мобильных телефонов звучит его знаменитый минуэт, а сейчас специально к Новому году и Рождеству прозвучит его шуточная пьеса «Рондо», оригинальная пьеса «Рондо» для виолончели и фортепиано Луиджи Боккерини.